Señor Kim. Hello. Hello, I am Kim Hong-jong from South Korea. Buenas tardes, soy Kim Hong-jong de Corea del Sur. Es mi segunda visita al club de Valdai y yo llegué a saber muchas cosas y gracias por toda esa información. Tengo una pregunta sobre seguridad. Me gustaría saber su opinión sobre la creciente tensión entre China y Estados Unidos alrededor de Taiwán, también el programa del desarrollo nuclear. Otra pregunta sobre el cambio climático. Rusia es un país muy rico, tiene muchos recursos naturales y fósiles, y para acelerar el traslado a la neutralidad de carbono puede obstaculizar los intereses de Rusia. Ese traspaso a la neutralidad no contradice los intereses de Rusia porque tenemos posibilidad de desarrollar fuentes alternativas de energía, por ejemplo, en los distintos tipos de fuentes de energía donde tenemos mucha competitividad, podemos usar el gas. Нас не пугает. Eso no абсолютно. Nos asusta en absoluto. Наоборот, создает для нас стимулы для развития. Но в качестве переходного энергоресурса первичного газ является самым лучшим источником энергии. Можно, если говорить о глубокой переработке si нефти, то и здесь мы del tratamiento de petróleo. En este sentido, nosotros también tenemos esas ventajas que acabo нашим интересам de это никак не противоречит. Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики. Забегание вперед в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зеленой энергетики. Ну, как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода на все, что связано с энергетикой зеленой. Ну, как это можно было сделать? Вот это в значительной степени именно это лежит в основе сегодняшнего энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями. Потом на базе этого страха начинают обещать то, что обещать, то, что выполнить невозможно. Получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом бум. И когда llegan al poder, а что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Карбон? Ну и что? Que? Наболтали языком, а результат-то какой? Mucho и дело hablar, не в России. И мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Что отказываетесь? Вот у нас осталось после взрыва северных потоков. Одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Не хотят, не надо. И можем уничтожать много газа, но они не хотят. Что касается зеленой энергетики, повторяю, должно быть все подготовлено своевременно. Вот системные меры, ограничивающие развитие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьезному кризису. Ну, финансирования нет, банки не дают кредитов. Не только европейским. И в Штатах то же самое происходит. Почему там ограничено? Причем банки не дают, не страхуют. Землю не выделяют, значит, транспорт не строят, нефти и газопередачи этих продуктов. И это продолжается годами. Существенное недофинансирование отрасли перевода в дефицит. Вот, значит, из запасов штаты выделяют там нефть. Но их же надо будет потом пополнять. Эксперты рынка это понимают. Но сегодня взяли, забрали стратегический запас. Но завтра же надо будет закупать. Мы слышим, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придется покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх.
Но мы это здесь при чем? Это системные ошибки в сфере энергетики. Тех, кто должен об этом думать и заниматься. Вот это первое. Второе, по поводу Северной Кореи. Того, что касается Тайваня. Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживаемся этой позиции. И она у нас не меняется. Все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокация. Los consideramos una provocación. ¿Para qué lo hacen? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, no lo sé. Мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? Con muchos de aquí nos conocemos desde hace años y hablamos el mismo idioma, совсем уж так, по-семейному. Hablando en familia вот происходит то, что происходит, это трагедия на Украине. Да? La tragedia en Ucrania. То есть весь Запад на нас там обрушился, пытается развалить нашу экономику, оружие, там, миллиардами боеприпасы поставляет на Украину. Armas борются с Россией. И проектилис а Украина están luchando contra Rusia. Но зачем надо в это же время портить отношения? И para qué a la vez estropear la Но они нормальные люди или нет? Pero son personas normales. Но кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань? Так, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия. В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит. Ну, бред какой-то просто. И кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и самоуверенность. И вы понимаете, в чем дело? Самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий. Теперь, что касается наша позиция, понятна, я ее изложил. Nuestra postura está clara y la acabo de explicar. Значит, теперь, что касается проблема нуклеар Корейской Народно-Демократической Республики. De Corea del На мой Norte. Взгляд, эта проблема тоже problema, ведь, знаете, в чем лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно dialogar, таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе в сфере безопасности. Ведь практически обо всем договорились был момент. Hubo un momento en el que casi lo acordaron todo. Северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединенных Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Sobre todo en cuanto Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила, по сути, северокорейское руководство отказаться от достигнутых договоренностей. Но Штаты же это сделали. Ввели там санкции дополнительные, начали что-то ограничивать в сфере финансов, банковской деятельности, хотя была договоренность этого не делать. Зачем? Это же не очень понятно. У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешение этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах. Это всем хорошо известно. Мы будем придерживаться согласованной позиции. Кстати говоря, что касается вопросов гуманитарного характера и подобных вопросов, здесь тоже нужно понимать, в каком состоянии находится экономика Северной Кореи, каковы потребности рядовых граждан, и не закручивать гайки, а исходя из гуманитарных соображений решать определенные вопросы. Нам также известно, что у нас очень добрые отношения с Республикой Корея, и мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но сейчас нам известно, что
Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы начали, возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание. Владимир Владимирович, раз уж вы сами сказали, что мы тут по-семейному. Да. Usted dijo que aquí tenemos un ambiente familiar. Через Польшу. A través de Polonia. По-семейному. Приоткройте завесу тогда нашему семейному кружку. Díganos en este círculo familiar, es que hay muchas especulaciones. Al inicio de febrero usted estuvo en China y tuvo una reunión con el presidente Xi. Usted le avisó sobre sus planes. No. Y después se quejó de que usted no lo hizo. Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении человека. Самодостаточный лидер мирового масштаба. Но, а потом у нас нет такой необходимости. Значит, мы принимаем суверенные решения России и Китайской Народной Республики. Поэтому Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эту ситуацию. Так же, как и видит то, что происходило на Донбассе в последние там, 8 лет. Прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году. Конечно, Китайская Народная Республика, руководство Китая выступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который имеет место быть на Украине мирным путем. Мы с уважением относимся к этой позиции. Так, ну тогда Нельсон Вонг, наверное. Ahora, por favor, Нельсон Вонг. Нельсон, вот, сидит. Aquí está. Thank you. I'm Gracias. Nelson Wong from Shanghai, China. Soy Nelson Wong de Shanghai, de China. In your remarks, tengo mucho. Tengo el placer de estar aquí. En su discurso, usted dijo que el mundo basado en las reglas se utiliza mucho, sobre todo por Occidente, pero no está claro de dónde surgió este orden y esta cuestión ha sido discutido mucho a lo largo de los últimos 4 días en el marco del Club de Valdai y poniendo la mira en el futuro vemos que entramos en una época donde no habrá superpotencias. The US as the only superpower is losing its control. Porque la única potencia mundial, Estados Unidos, está perdiendo su control y entramos en una nueva época del fin de la hegemonía de Estados Unidos. Estamos en el mismo proceso de la pérdida de esa calidad de Estados Unidos. So if y me parece que nosotros necesitaremos también ciertas reglas. Si queremos elaborar esas reglas, desde su punto de vista, ¿cuáles reglas serían las más importantes? Claro que no existen ahora, pero como una hipótesis. ¿Qué principios necesitamos seguir? ¿Почему же таких правил нет? Они есть, они заложены в устав Организации Объединенных Наций. И эти правила называются международное право. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать, можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений
ya preparada para desarrollar las relaciones с otros Устав Организации Объединенных Наций зафиксировал сложившееся соотношение сил после Второй мировой войны. И, конечно, мир капитальным образом меняется, изменился, растут такие гиганты, как Китай, как Индия, как Индонезия, с большим количеством населения. В Африке такие страны огромные, значит, возникают, развиваются по 200 миллионов населения. Вот, в Латинской Америке мир меняется. И, конечно, нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, которые складываются в реальной жизни в мире. Но делать это надо спокойно, не спеша, по понятным принципам, значит, а не кем-то выдуманным правилам. Я же вот говорил в выступлении. Да кто читал-то этих правил? Говорят о каких-то правилах. Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Ну, чушь какая-то. Для идиотов, что ли, это все говорится? На какую-то широкую публику, людей, которые даже читать-то как следует не умеют. Какие правила-то? Какие правила? Кто с ними работал? Ну, бредят просто, и все. Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят, бесконечно, и все. Значит, а тем, кто не соблюдает, против них будем вводить какие-то там ограничения и санкции. С Китаем ведут там торговую войну и так далее. Указывают на то, что Китай должен делать в отдельных своих провинциях, регулировать, как с ним должны отношения, соблюдение прав человека. Это инструменты. В борьбе с Китайской народной республикой. Причем инструменты недобросовестной конкуренции. Вот что такое. Боятся растущей мощи Китая. И вот из-за этого все происходит. Вот выискивают там и права человека, там, и отдельные регионы Китая, значит, ставятся под раздачу этих... значит, решение текущих вопросов экономического и политического характера. Только в этом. Смысл только в этом. Борьба с Китаем как с растущим конкурентом. И придумываются всякие инструменты. Что может лежать в основе? Соблюдение интересов. Открытость. И общие правила, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Todos sin falta. Нужно вот этого баланса интересов достичь, hay восстановить его, этот баланс интересов, и следовать этим нормам. Но делать это, мне кажется, нужно публично, а не закулисно, не в интересах одной страны либо группы стран, а в интересах всего международного сообщества. Владимир Владимирович, не уходя от Китая, señor presidente, no alejándonos de China, e incluyendo la pregunta anterior sobre la energía verde, naturalmente el mercado europeo energético se cerrará para nosotros en los próximos años. Estamos listos para construir rápidamente una estructura para los mercados de Asia. Сегодняшней конъюнктуры. Мы делали это давно, но сила Сибири же построена не в связи с событиями на Украине. Она строилась потому, что мы отдавали себе отчет в том, что потребности наших друзей в Китае в энергетике растут, а у нас есть возможность эти потребности удовлетворить. Мы ведем переговоры и с Индией на различных способах доставки наших энергоресурсов на индийские рынки, с другими странами. Мы будем продолжать сжижение природного газа, наше участие на мировых рынках СПГ. Они пока скромными являются, но растут постоянно, мы будем это делать дальше. Мы будем развивать это направление. Повторяю, даже не в связи с ограничениями сегодняшнего дня, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики. Но китайская экономика по паритету покупательной способности стала больше американской.
Ahora la capacidad adquisitiva de China es mayor que la de Estados Unidos y también sus necesidades están creciendo. Son nuestros amigos y vecinos, tenemos unas relaciones excelentes con China, tenemos una frontera en común. ¿Por qué no suministrar allí, al igual que a otros países asiáticos? Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Ahora podemos suministrar a través de Mongolia, porque Mongolia también está interesada. Будем пускать наших друзей и партнеров в добычные наши ресурсы. Dejando que nuestros socios entren en nuestros sistemas de extracción y explotación, por ejemplo, así lo hicimos con nuestros amigos europeos y estadounidenses, pero prefirieron irse, pues que tengan suerte. Это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле плохо. Pero es algo beneficioso para ellos, yo creo que no, porque se van con pérdidas. Pero el que quiera entrar, nosotros estamos abiertos a la colaboración. Процесс будет продолжаться. Готовы мы к этому или нет? Да мы давно к этому готовимся уже. И много лет. Hace и будем mucho, продолжать этот años, процесс. Я здесь не вижу вообще никаких непреодолимых препятствий, no никаких таких вопросов, которые мы не смогли бы решить. Так, коллеги. Так, вот там сзади я не вижу кто. Две руки, вот, да, fila de atrás, el mano, la mano levantada. Алексей Дерманд, Минск, Беларусь. Но прежде чем Минск, задам свой вопрос, Владимир Владимирович, хотел бы передать слова поддержки от многих-многих белорусов. Я встречаюсь с ними часто на дискуссионных площадках, где мы обсуждаем, в том числе, Украину, события. Поэтому лично вам и России, которая ведет борьбу с нацизмом на Украине, горячая самая поддержка от граждан моей страны. Но вопрос я хотел бы задать следующий. Вот в связи с тем, что Запад, по сути, строит самые настоящие стены, устраивает блокаду, санкционное давление на Республику Беларусь, También presiona a Rusia, a Bielorrusia, y en este respecto adquiere más importancia el paso entre el norte y el sur. Tiene valor estratégico, hay que llenar este espacio con proyectos conectados con Rusia y Bielorrusia, pero usted cree que en este desarrollo de Asia, del oeste, necesitamos prestar atención también al aspecto humanitario, necesitamos coincidir con el este en nuestros valores. И даже не потому, что кто-то строит стену со стороны Запада. Мы так всегда делаем. Ведь смотрите, основная часть населения России расположена в европейской части. Но территория в значительной степени за Уральскими горами находится. Поэтому Россия евразийская сторона. Мы всегда это помним. Никогда об этом не забывали. Мы традиционно развиваем отношения с азиатскими странами. Но тем более сейчас, когда там наблюдается взрывной рост. Ну, не прямо сейчас, на протяжении нескольких лет. Мы же это все видим. Поэтому мы в значительной степени переориентировали уже наше сотрудничество с азиатскими странами. Ну, конечно, разве можно развивать экономические связи, не обращая внимания на гуманитарную составляющую? Но в известной степени Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. Мы всегда относились и относимся к этому с огромным уважением и вниманием и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким. Кстати говоря, и школы, значит, по изучению Индии, Китая, культура того и другого государства, народов этих государств, это тоже многонациональные государства. У нас очень высокий уровень науки по этим направлениям. Это всегда было традиционно для России, и мы будем это поддерживать. Так, дорогие коллеги, пошел четвертый час нашей работы. Я думаю, что мы и так уже злоупотребили временем президента Российской Федерации. Один вопрос есть еще какой-нибудь учитель? Нету. Пожалуйста. Есть. Вот. Поднимайте, пожалуйста, руку. Да? Sí, levanten la mano, por favor.
Thank you, Chair. Pilanim Tembu from South Africa, the Institute for Global Dialogue. Mr. President, you said that the West is not capable of unilaterally governing the whole of humanity, and that we need to build a symphony of human civilization. I'm interested in just an expansion of your thoughts on if we are to build a multipolar world order, on the importance of regional ideas, vamos a construir un mundo multipolar. Of multipolarity. ¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional como parte de este mundo? Y una pregunta más, la cooperación de Rusia con África. Очень добрые традиционные хорошие отношения с Африкой, в том числе и с Южноафриканской Республикой. Еще со времен, как вы знаете, борьбы Африки за свою независимость, со времен борьбы с колониализмом. Вот эти абсолютно уникальные отношения сложились за те годы, когда Советский Союз, Россия поддерживала африканские государства в их борьбе за свою свободу. И вот этот фундамент наших отношений, сложившихся в прежние десятилетия, он, конечно, должен быть использован в новых условиях для развития многосторонних отношений с африканскими государствами и сегодня, в том числе и с Южноафриканской Республикой, которая является, как известно, очень активным и действенным нашим партнером и в рамках БРИКС. Мы дорожим этим, мы знаем возможности Южноафриканской Республики, мы знаем возможности и уверены в будущем африканского континента и, безусловно, будем развивать наши отношения с африканскими странами. Причем с теми, с которыми у нас традиционные отношения сложились на протяжении прежних десятилетий, и с теми, с которыми они только складываются сейчас. Но что касается сути вашего вопроса и первой его части, я, в принципе, мне кажется, ответил. Вряд ли смогу вот прямо в коротком ответе детализировать свою позицию, но нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию одной страны либо группы стран в отношении всего остального человечества. И этим гегемонам придется считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения. И не на словах, а на деле. Ведь что происходит? На словах все за равенство, за попытку, за поддержку африканских стран, скажем, и так далее. На словах все звучит красиво. А на практике что происходит? Какие инструменты используются сегодня? Скажем, инструмент того же доллара, либо других валют. Скажем, евро. Вот что происходит в практической жизни? Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года. И 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках. И Соединенные Штаты из импортера продовольствия стали покупать с мировых рынков продовольствие больше, чем продавать на мировые рынки. Начали скупать продовольствие за счет того, что печатный станок-то у них. Вот к чему ведет финансовая монополия. Сразу возник дефицит. Мало того, что был не урожай в предыдущем году, да? Возник и пандемия, сокращение производства, денег напечатали в борьбе с пандемией, выбросили своему населению, началась скупка продовольствия, цены пошли вверх, а страдают кто? Прежде всего страны Африки, ну и отчасти Латинской Америки, Азии. Кто-то об этом думает, ну, конечно, думают те, кто это делает. Плевать они хотели на эти последствия. Они решают свои интересы, не думая о тех последствиях, которые наступают для тех же африканских стран. А то же самое происходит по другой части продовольственного рынка, связанного с удобрением. Ну, послушайте, ну как это может? Я уже говорил об этом, скажу еще раз. Но как можно было принять решение о том, чтобы снять ограничения и запреты на российские удобрения,
para los fertilizantes в Европе, русos а потом en выпустить Europa, разъяснение, y después publicar una explicación, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза. Para los países ну они что, совсем с ума Europea. Сошли, что ли? Но они же письменно выпустили это разъяснение. Ну как это можно себе представить? Но они же делают это. Pues без стеснения, без всего. No les da ni vergüenza. Это что, соблюдение баланса Acaso интереса, что ли? Вот мы уже много раз сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано в европейских портах. Наши компании бесплатно готовы отдать, но не отдают. В том числе африканские страны. У меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно можете? Я думаю, что я там просил помощника, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн. Это миллионы долларов. Но отдайте беднейшим странам. Они нуждаются в этом. Это что, соблюдение баланса интересов? Но хотите бороться с Россией, флаг вам в руки, боритесь. Не хотите, чтобы мы получали дополнительный доход? Но мы же бесплатно отдаем. Дохода нет никакого. Отдайте развивающимся странам. Ваши действия способствуют только тому, что цены растут. Зачем вы это делаете? Это значит, заинтересованы в этом чем-то. Зачем? Será porque están это что, баланс интересов? ¿Acaso eso es el как добиться того, чтобы отношения значит, были стабильными? Надо добиваться этого баланса. Hay que lograr надо el equilibrio de intereses. Действовать по, hay que в рамках тех норм, которыми, которые мы называем нормами международного права. Надо их согласовывать и придерживаться, в том числе в финансовой сфере, создавать независимые системы международных расчетов, о которых я говорил. Ну, вот я конкретный пример привел, к чему ведет бесконечные эмиссии, неограниченные эмиссии основных валют. Она же имеет практически последствия, в том числе и прежде всего для развивающихся стран. Еще раз хочу к этому вернуться. Для того, чтобы мир был стабильным, нужно добиваться вот этого баланса интересов. Да, пожалуйста, вот здесь вот руку поднимали. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Ну дайте, пожалуйста, микрофон. Наталья. Por favor, pasen el micrófono. Ну, пожалуйста. ¿Quién levantó la mano? Mr. President, two small questions. Señor presidente, dos breves preguntas. ¿Qué piensa usted? Ya es la hora para una integración más profunda en el espacio de la antigua URSS. ¿Y cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de Europa? Это вопрос очень тонкий, и здесь тоже мы должны добиваться именно того, о чем я говорил, применительно ко всему миру. Нужно добиваться баланса интересов. И делать это нужно профессионально, без всякой спешки. И последовательно. У нас есть определенные планы в рамках Евразийского экономического союза. Это касается снятия ограничений по важнейшим группам, товарным группам для полного обеспечения свободного движения товаров, финансов, капиталов и рабочей силы. И забегать вперед не считаю целесообразным, так как это было, скажем, в Евросоюзе, когда некоторые страны с определенным уровнем экономического развития попали в зону евро, а потом не знали, что с этим делать, потому что возникают проблемы, когда инструмент инфляции становится недоступным для регулирования ситуации внутри экономики. Я имею в виду, допустим, ситуацию с Грецией, известно, да и с некоторыми другими странами. Поэтому мы вперед забегать не должны, но должны последовательно идти к реализации тех планов, которые намечены. Мы знаем, что мы должны в этом направлении делать, и будем это делать обязательно, учитывая интересы всех участников этого процесса. Значит, что касается нашего послания рядовым гражданам
En cuanto a nuestro mensaje a los ciudadanos comunes de Occidente y de Estados Unidos y Europa, хочу сказать самое главное. Quisiera decir lo más importante. Боритесь за повышение заработной платы. Luchen porque les suban el salario. Это первое. Eso para empezar. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Es su enemigo. Россия – ваш друг. Rusia es su amigo. И мы на протяжении десятилетий все делали и готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения. Я в этой связи, вот сейчас мне в голову пришел анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам, а мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает у... Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? А он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает, а мы здесь при чем? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. Para que lo pasen а мы что, русские? И nosotros qué? Somos rusos o qué? Я хочу сказать, что все проблемы, это обращаясь к гражданам, digo, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства, политического руководства ваших стран. И в сфере энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и к дефициту энергоресурсов. Россия здесь ни при чем. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что происходит, и добиваться изменения экономической политики. Что касается политики на международной политике, то, конечно, это всегда решение суверенных государств, но оно должно быть, безусловно, основано на мнении избирателей, рядовых граждан той или иной страны. Но рядовые граждане должны знать, я закончу тем, с чего начал, Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединенных Штатов. И мы знаем, что у нас, в России, там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным Западом, опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединенных Штатов. Владимир Владимирович, призыв бороться за повышение заработной платы граждан Señor, России тоже presidente, el llamamiento de lucha por el aumento de salarios se refiere a Rusia también? Да. Sí, claro. И должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают, несмотря ни на что, делают, несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже. Имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать. В соответствии с имеющимися планами у российского правительства, надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом ключе перед собой ставим, будут решены. Так, друзья, я предлагаю, Владимир Владимирович, вы тут не командуете, тут я командую. Сеньор президенте, это как гегемонизм называется. Ну что делать, еще не преодолели. Коллеги, я предлагаю блиц, в
конце, значит, чтобы Наталья обиженная, и еще там два вопроса, и на этом уже Наталья, будем завершать. Наталья, и vamos a terminar. Наталья, por favor. Владимир Владимирович, добрый вечер. Señor presidente, buenas tardes. Наталья Цезар. Я почти 15 лет занимаюсь развитием международных отношений и расширением контактов в сфере общественной дипломатии. De la diplomacia pública, relaciones internacionales, y como una persona que construye puentes, me importa construir planes, perspectivas, y cuando acabe este capítulo histórico, habrá que construir nuevos institutos de cooperación. Se trata de los países que no pueden decir claramente su postura. ¿Cómo usted ve nuevos institutos de cooperación internacional? ¿Qué base de paridad Rusia puede proponer? Poner y qué herramientas, qué personas son necesarias para adquirir nuevos amigos y socios. В своих договоренностях no a nivel de declaraciones, pero a nivel de responsabilidades. ¿Cómo usted piensa? ¿Necesitamos construir nuevos enfoques en el marco de la cooperación del futuro? Me ha hecho una pregunta muy amplia. Позиция. Я что хотел бы сказать? Ну, мне кажется, что я в целом уже ответил практически на то, что вы сейчас спросили. Мы должны, можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. Это первое. Второе, нужно добиваться консенсуса при принятии этих решений. И в-третьих, добиваться баланса интересов. В рамках каких институтов? Это прежде всего, конечно, универсальные международные организации. И номер один здесь – Организация Объединенных Наций. Так, Алан Фримен, пожалуйста, вот здесь вот впереди. Пожалуйста, Алан Фримен. Mr. President, I come from Señor Canada, a NATO country, llegué de Canadá, un país de la OTAN. El futuro primer ministro, precisamente su abuelo, fue uno de los partidarios de Stepan Bandera. Nosotros ya hemos oído la postura de la OTAN, de los países del sur, también existen en el norte. Pero ¿por qué no escuchamos esas voces? Porque las presionan. Miren lo que pasó con Julian Assange, con las élites académicas. Which intimidates people. Hay una campaña de rusofobia, de racismo, que atemoriza a la gente y no le permite expresar plenamente su crítica contra el gobierno. Usted ve la escala de la oposición que existe en Canadá, en el Reino Unido. Between those in the collective West that are fighting what their governments are trying to do, las relaciones con los que en Occidente lucha contra sus gobiernos y cómo podemos apoyar las acciones de Rusia en la palestra internacional. Creo que nadie tiene que sacrificar nada de sus intereses nacionales. Hay que luchar por los intereses nacionales. Y vamos a trabajar en unísono. Мы, конечно, не погружены там в детали внутриполитической борьбы в странах коллективного Запада, о чем вы сказали. Мы не занимаемся такой работой с, вы знаете, наверное, лучше, чем я, с какой-то практически почти на уровне спецслужб работой с оппозицией. У нас могут быть, как делают Запад в отношении нас и в отношении нашей оппозиции. Значит, мы же знаем там, сотни миллионов, если не миллиарды долларов тратятся на поддержку оппозиции, причем по всем направлениям, разными каналами, уже что только не придумывают для того, чтобы как-то финансовые ресурсы направлять в Россию для этих целей.
не успеваем даже следить за этим. Но мы этого ничего не делаем. Но мы рассчитываем на то, и я вот об этом много раз сегодня говорил, по-моему, даже в своем выступлении, что сама наша позиция по фундаментальным вопросам развития международных отношений и просто развития обществ, она является привлекательной для большого количества людей, не только в мире в целом, но и в западных странах. Я только что ведь об этом сказал. Мы знаем, что у нас там очень много сторонников, и опираясь именно на этих сторонников, будем строить отношения со странами так называемого коллективного Запада. Мы со своей стороны могу только пожелать вам успехов в борьбе за ваши национальные интересы. Этого будет достаточно для того, чтобы сложились добрые отношения с Россией. Так. Ну что ж, я думаю, все-таки давайте последнее слово будет за мной, и я попрошу поднять руку любого из присутствующих. Отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста. Габар Штир тогда, вот, пожалуйста. Добрый день, господин президент. Начало разговора вы говорили о том, что в связи с ПО, что какие цели были, и мой вопрос следующий, то, что 24 февраля вы думали о том, что через 8 месяцев еще ПО продолжается, и не только продолжается, но и обостряется ситуация, и кроме этого мира, и многие уже опасаются. Muchas personas en el mundo temen el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y una pregunta más. Una de las ciudades favoritas mías es la ciudad de Odessa. Usted podría darme una recomendación. Si quiero ir a la urbe через 2 года, не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу. Да. Через 2 года тогда я должен спросить российскую или украинскую визу. И quiero preguntar si necesitaré una visa rusa o ucraniana. Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и нахождения какого-то решения, всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно выступал в Кремле публично, еще раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с Российской Федерацией. Те, кто о таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все. А что касается вашей возможной поездки в Одессу, то если без всяких шуточек, я вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями, историей. Это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всяком случае, тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке.
están en decadencia, eso se veía incluso en las fachadas de los edificios, aunque en el centro, el centro lo tienen más o menos bien, pero el resto de la ciudad no se veía tan presentable, pero Odessa vale la pena visitar. Ну, пожалуйста. Да. Ну, вот и тогда, Карлос Рон, все-таки Карлос Рон, как мы можем потерять вопрос о Венесуэле? Российский. Мистер Пресен, well, greetings from Venezuela, from President Nicolás Maduro, your friend. You know, right now about 30% of countries around the world are under some kind of illegal sanctions from the United States. You mentioned defending the principles enshrined in the United Nations Charter. Last month, the group of friends in defense of the Charter met in New York, and one of the issues they addressed was en el formato del grupo de los amigos de la Carta de la ONU. Y la pregunta es cómo podemos aportar al desarrollo en el contexto de las sanciones ilegales sin temer esas sanciones. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo Rusia puede contribuir a la creación de este espacio? Y, ¿acaso usted tiene algún mensaje para Venezuela? Противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, она и создает, reaccionar esas sanciones implementadas, está creando пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами. Здесь не нужно каких-то специальных решений. Просто вот сам пример того, что происходит, мне кажется, он является показательно. Вот сейчас коллега там спрашивал, какие мы сигналы готовы послать гражданам европейских, вообще западных стран, я об этом сказал, но сказал также об ошибках, которые были допущены политическим руководством западных стран в сфере глобальной экономики, в финансовой сфере, в энергетической, продовольственной. Ну, вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы ввели санкции. Она же один из самых крупных производителей нефти была до недавнего времени. Против Ирана ввели санкции. Против России ввели санкции. Значит, сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии. Хотят ввести ограничения по ценам на российскую нефть и газ. Но на каждом шагу совершают ошибки, которые ведут к тяжелейшим последствиям. Следствием для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из примеров. А потом ищут виноватых. Но сами все своими руками делают, а потом ищут виноватых. Но, тем не менее, Венесуэла развивается. Венесуэла se está desarrollando. Есть большие проблемы, мы знаем об этом. Но tiene Венесуэла их преодолевает. Grandes, pero вот los está superando. В отношении России ввели эти санкции, ожидали полного обвала российской экономики. Cuando implementaron las sanciones, esperaban que la economía se derrumbara completamente. Но этого блицкрига не состоялось против российской экономики. Что происходит? Esa guerra relámpago no resultó. Значит, инфляция у нас по году будет 12%. Para finales de año será del 12%, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой 17%, вот в Нидерландах, в некоторых 21-23%, в два раза больше, чем у нас. Безработица 3,8%. Она меньше стала безработицей, чем в допандемийный период, была 4,7%. Дефицит бюджета у нас в следующем году 2%, потом 1,4%, а еще через год 0,7%. Да практически во всех странах еврозоны он меньше. Государственный долг que es mucho принципиально menor que ниже, países europeos. La deuda estatal либо в Штатах, es либо в mucho Британии. Menor que en la eurozona, en Estados Значит, Unidos, en Gran Bretaña. Спад экономики у нас будет в этом году. Sí, veremos un decrecimiento económico de aproximadamente 2,9-2,8%. 2,9-2,8%. Будет, да?
Но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне остается. Стройка, строительный сектор вырос более чем 5%, 5,1%, за 8 месяцев текущего года. Значит, сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает. Значит, у нас увеличивается объем кредитования и корпоративного сектора, и сектора потребления. Пошел рост кредитования. Да, мы видели некоторые вопросы, связанные с оттоком денежной массы из банков, связанные с известными событиями. Деньги начали возвращаться назад. И правильно граждане делают, потому что чем держать под подушкой и терять деньги на инфляции, лучше иметь хоть какой-то процент в банке. Это совершенно очевидно. Устойчивость банковской системы у нас надежна. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет. Но вот вы меня спросили, а что Россия может сделать для того, чтобы создавать условия для того, чтобы жить вне зависимости от этих санкций и устойчиво развиваться. Мне кажется, пример неплохой, но нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован. Добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал. И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. Ну, давайте, здесь это закончим. Ну, наконец-то. Por fin. Владимир Владимирович, мы, как я начал с того, что мы с большим нетерпением вас ждали, мне кажется, что мы уйдем крайне удовлетворенные и будем размышлять долго. И ahora vamos a salir de esta sala con muchas ideas. Впечатления могут быть разные, но мне кажется, это одна из наиболее удачных наших дискуссий. Pero me parece que esa discusión es una de las más exitosas. Que hemos Спасибо вам tenido, огромное, и мы очень рассчитываем, уже temas, начинаем с нетерпением ждать вас через год. Я хочу выразить слова благодарности нашему модератору, ведущему, ну и, конечно, вас всех поблагодарить за интерес, с которым вы относитесь к отношениям с Россией. Я имею в виду, прежде всего, конечно, наших иностранных гостей. Ну, а всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете на этой площадке и, безусловно, вносите очень заметный, существенный вклад в те мозговые штурмы, которые так нужны, в том числе и для принятие решений на практическом уровне. Благодарю вас. Всего хорошего. Pero vamos con una pregunta más. Ahora sí la última.